левой ноге бьет чешский футболист. Бьет и не забивает. И можно сейчас попытаться быстро подойти к штрафной площади соперника, что демонстрируют. И как здорово демонстрируют футболисты Локомотива. Отличная передача справа вот сюда к линии штрафной и моментально сориентировался. Забивающий уже свой второй гол на этих сборах за Локомотив. Новичок команды. Девятый номер Ян Кухта, перешедший из пражской Слави. Спарта хорошая команда. Хорошо физически сложены, такие агрессивные. Интересная команда. Ну, дали бой, в принципе. Что могу сказать? У нас бывало получались наши наигровки, в принципе. Не все, конечно, получалось. Ну, я думаю, для начала то, что тренировали, нормально. Тимонтинов, хороший пас. И момент. Ну, надо закатывать мяч в ворота, что и удается сделать. Какой-то миг показалось, что все, вратарь выручает. Вратарь этот мяч заберет. Но нет. Первый тайм очень хорошо сыграли, вели 2-0. Во втором пропустили очень такие два простых гола, но в конце концов сумели отыграться и как следствие победа. Тактический план еще был рассказан всем перед игрой, в том числе и действия десяток, как мы должны работать, когда больше на фланге оставаться, когда смещаться в центр. Ну и также была задача по возможности забивать. Здесь вот ошибка, давайте посмотрим за этой атакой. Втроем идут на трех защитников, даже нет. Тут уже численное преимущество у железнодорожников. Удар поворотом в домик, мяч по вратарю пролетел. Ну, по одному матчу сложно говорить, как он, в конце концов, заиграет, не заиграет. Вот, знаете, наверное, заиграет, да? Керк забивает. Я даже не понял, что там только произошло. Был угловой, что-то какая-то возня около ворот, борьба. Потом повернулся, смотрю, мяч лежит один. Я по нему и ударил, и он в ворот залетел. Так получилось.